Всем привет. Так, задание из пепла. Найти хранителя лабиринта. Я уж не помню, где этот хранитель лабиринта. Он на улице где-то был, я... А, точно. Так, денег у меня здесь ничего нет. Выходим на последнюю контрольную точку. Перемещение, последняя контрольная точка. Да. Кстати, чуваки, кто не знает, у меня теперь Томпсон автомат. Найти хранителя лабиринта. Вон туда, наверное, надо нам. Только как туда пройти? А вон лестница какая-то есть. Какая-то лестница есть, только как на нее забраться? Кажется, я знаю. Зараза. Это да. Так, мне надо как-то на ту сторону пробраться. Вот сюда. Еще я вот здесь, походу, тоже не был. Там я еще не был. Идем сюда, ладно. Держи пуля от Томпсона. Нельзя сломать, понял? Умер, проклятый метельщик. Здесь двери не ломаются, понятно. Ага.
Опа, опа, дали. Так, откуда, откуда? Не вижу. Патроны, ё-моё, нифига себе. Отдыхай, дружище. Я новую локацию точнее не новую, а локацию да открываю, так скажем. Талант. Давай его прокачаем. Как он быстро, а? Выстрелил и убежал. А это где я? Какой-то переход. Непонятный. Талант, опыт еще дали. Возвращаемся обратно вниз. Где он? Ага, вижу. Точно сюда. Интересно. Отдыхай. Так, надо бы вниз спуститься, посмотреть, что там внизу. А внизу и нет ничего. Вон там что-то лежит только. Забыл забрать. Там дверь какая-то. Какая-то вижу дверь есть вдалеке. Я предполагаю, что мне пока не в нее точно. Хотя задание найти хранителя. Ну, давай попробуем зайдем в нее.
какая-то контрольная точка. Вход удушающая лощина. Что-то она меня настораживает, удушающая лощина. Так, мне бы надо... Оба-на! Охренеть, это босс. Блин, я один, короче, не справлюсь с ним. Я еще не успел фунфырики всякие заюзы там. Плюс 15 скорости бега там и так далее. Вот эти вот. Нифига себе, какое злое дерево. Опа. Опа. Нифига себе. Это как так? Ё-моё. Я примерно уже представляю, как валить. Ага, надо прыжок во время, когда подходит уже. Блин, не успел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, прыжок? Нет. Да блин, как отбиваться-то? Надо хилок побольше будет покупать, наверное. Я не знаю, честно говоря. Блин, у меня и патроны кончаются. Мне надо этих хилок дофига. Вообще вдвоем надо бы. Надо на базу вернуться, я. Надо вернуться на базу. Сейчас попробуем закупить хилок всяких. Единственное, что я не пойму. Когда он топает, вот эта волна идет, как делать? У меня пару раз получалось, что она типа меня не задевала. Так, нам сюда. Нет, надо сюда сначала хил купить. Так, что у меня вообще есть? Адреналин. На 30 секунд работает. Бинты не нужны. Вот это вот. 10 минут, 10 минут.
Чем могу помочь сегодня? Конечно. О. Купить. Береги себя. Так, сейчас к матери еще зайдем. Вестник снова здесь. Удалось добыть для меня корни. Это поможет тебе в пути. До встречи. Не хватает, ладно. Так, ладненько, все тогда. Че? Попробуем еще раз сейчас одолеть это дерево. Сразу заюзаем жидкий хладагент. Масляной тоник. Ну что, в путь. Так, мне не сюда, мне вон туда. Мне идти к дереву этому. Так, вот это что у нас? Пыль ярости, повышает скорострельность и перезарядку. Понятно. Вот, волна идет. Оп, как отпрыгнуть от нее? Так, его надо отвлекать, чтобы он спиной постоянно стоял. Оба! Зараза! Да блин, как так? Дружище, ты как так попал? Ай! Вот, прыгнул. Ай-яй-яй-яй! Успел. Надо постоянно бегать, бегать, бегать вокруг него. В принципе, у меня есть шанс еще завалить его. Так.
Ё-моё, патроны кончились. Ага, блин, не то сделал. Ай-яй-яй, юзай! Все отлично. Ёх ты, кишкин пистик, нифига он, ты чё какой злой, дядька. Эти появились. Ух ты. Да прыгай ты, блин, зараза. Заражение, отлично. Все, капец мне. Ёп. Не, здесь одному нереально, блин, я не знаю, это надо... Прыгай. Ну. Бегаем, собираем патроны. Пока дерево доброе. Вот как это? Ты чё, как вот? Давай, давай, прыгай, блин. Ну. А-а-а. Хиляйся быстрее. И опять он вызвал своих друзей. Друзей, товарищей. Вот пока он стреляет. Ну прыгай! Я... Собираем пока патроны. Ух ты! Ну, быстрее перезаряжайся, тормоз, блин. Да прыгай, блядь! Последний. Так, опять один. Ай-яй-яй-яй, где я? Я потерялся.
давай, что ли. Всё, мне капец. Я понял, мне надо будет подкачаться просто и все чуть-чуть прокачиваться еще побольше хилок, и в принципе я его одолею. Все понятно. Нет, не пойдем пока. Надо попрокачиваться еще. У меня вон хилки закончились. А без них там мне делать нечего. Кажется, дела плохи. Да-да, давайте, чуваки, стреляйте все по мне. Закрыто, да? А я думаю, может быть, открыто будет. Можно вот сюда вот сходить как-нибудь, а потом уже сюда. Вот надо посмотреть, как туда пробраться теперь. Откуда он шмалял? Здесь никак я не заберусь. У вас там сколько, ребята? Так, а как мне вот туда? Ага, вон там переход и до... Нет? Вон. Так. Вот здесь через здание можно перейти будет. Наверное. Хотя я точно не уверен. Сейчас посмотрим. Пока вроде все чисто, спокойно. Такс. Я на правильном пути. Да откуда вы? Ну все, отстрелялся. Серьезно? Единственный минус этого оружия, он долго перезаряжается. Я патрон вот так вот возьмем. Тут опасно убить мутантов. Че, все, теперь все отлично. О, все, патроны. Здравствуйте.
Так, нам надо вот сюда пробраться. Вот лестница какая-то есть. Интересно, я смогу забраться? Нет. Серьезно, нет? Нет. Понял, ладно. Может быть, вот по этому дому как-нибудь туда пробраться можно. Так, вот этот чувачок сейчас по мне стрелять будет. Где ты? Нелегко было. Так, смотрим. Это я возвращаюсь обратно. Мне надо вот сюда. И как-то туда пробраться налево. Или туда нереально пробраться. Во, лестница. Все-таки есть, значит. Тайничок. Лестница, лестница. А как дальше? А дальше никак. Зараза, ворота-то закрыты. Блин, или надо сначала того чувака отдалить, что ли? Походу, надо этого дерева сначала отдалить. Все-таки будет. Все-таки походу надо, или может быть по зданию как-нибудь. Сейчас попробую. Наверху я здесь вроде не был еще. Вот проход был какой-то. Есть какой-то проход. Сейчас попробуем по нему пройти.
Да, я здесь уже был. Так. А если спрыгнуть по лестнице? Воу! Да. Зря я спрыгнул. Потратил ХП. Но в итоге все равно вон туда идти надо. Походу, да. Опыт. Откуда? Где? Не видел, ладно. Тут что-нибудь есть у нас интересное? Тут ничего нет, да? Или есть? Нет. А вот здесь что-то лежит. Странная монета. Монета на обоих сторонах, которой изображен женское лицо. Понятно, непонятно. Все понятно, что ничего не понятно. Чё, коннектится что ли кто?